Дарья Шарипова, к сожалению, в первый раз не смогла к нам выйти на связь, но мы с ней связь не теряем, потому что сюжет о юморе как раз сделан ее руками. Давайте посмотрим. На сцене, за кулисами и просто в коридоре. Веселые и находчивые репетируют везде. Ведь им скоро выходить к зрителям и завоевывать Кубок главы Республики Крым. Это уже 23-й чемпионат официальной лиги КВН, который проходит на полуострове. А пока игра еще не началась, в гримерках просто бурлит жизнь. Девочки красятся, мальчики собираются по-своему, кто-то даже отжимается. Все ради победы. Готовы победить, ребята? Да! Команды заряжены на все 100, проверено нашей съемочной группой. На Новый год нет снега. Что делать крымчанам? Из чего лепить снеговики? Какая альтернатива? Из грязи. В князи. Вон, видите, какой КВНчик? Сахар. Мочите сахар. Вот так вот делаете. Получается сладкий снеговик, да? Да. И три раза. Из чего лепить нам снеговики крымчанам? Если остался асфальт от Таврида, можете из него слепить. Вот. Он такой же грязный, как и снег, обычно грязный. Севастополь. Но мы очень любим Симферополь, я сразу говорю. Мы влюбились в него 2 года. Я даже хочу песню спеть. Симферополь, я так тебя люблю. Из 19 команд в финал вышли 5. Юра Простей из Севастополя, полуостров и Галька из Симферополя и гости Крыма из Москвы. Не такая и Иван да Марья. Это наша третья игра здесь, и получается, мы каждый раз приезжаем, и каждый раз тепло. Да. Прикольно. Тепло на улице, тепло в зале. Ведущие игры тоже приехали издалека, из станицы Брюховецкая. Крымскую лигу они ведут впервые. Очень классно. Ну, мы ставим самую большую ставку именно на игру. Да. Что игра пройдет замечательно, у нас произойдет магия с командами, со зрителями, и все будут довольны. Финал состоит из 3 частей – приветствия, разминки и музыкального домашнего задания. Строительство крымских дорог и больниц, перекрытие моста на улице Гагарина. Темы для шуток у КВНщиков свежие и актуальные. А как вы относитесь к сексу на 3-м свидании? Я против. Ну, на первом так на первом. В жюри есть представители больницы Семашко. Скажите, пожалуйста, это вообще лечится? Что точно не лечится, так это хорошее чувство юмора. КВНщикам его не занимать. Особенно оно понадобится победителю финала. Команда «Чемпион» уже в январе поедет на фестиваль в Сочи, где будет представлять Крымскую лигу КВН. Дарья Шарипова, Алим Белиев. Утро нового дня.